20-летию со дня открытия бренда Мульта на щелковском предприятии открылся информационный центр. Здесь могут обсуждать различные темы, как руководители предприятия, так и студенты, которые покажут, что такое предприятие, что такое бизнес, насколько выгодно и интересно работать на производстве. Информационный центр на предприятии в Щелкове стал 10-й подобной площадкой системы Coca-Cola в России, причем первой, посвященной только соковой продукции. Завод «Мултон» проводит уже 10 лет экскурсии на наше производство. В среднем нас посещает порядка 3000 человек. И создавая вот этот новый информационный центр «Мир сока», мы рассчитываем увеличить посещаемость на 30%. Мы здесь более наглядно представляем все наши продукты. И потом посмотрите, какое прекрасное помещение. Я думаю, детям будет нравиться. Марка «Добрый» – безусловный флагман на российском рынке. Первая партия сока, выпущенная в 98-м в Щелкове, – это 3600 литров. В этом году она превысила 400 миллионов. Результат – вложенных за 5 лет инвестиций в сумме 2,5 миллиарда рублей. На этом продукте компания сосредоточила все свои научные и инженерные наработки. «Добрый» – это сердце нашего бизнеса основано. И за 20 лет бренд сильно изменился, эволюционировал. С момента, как он родился, он никогда не переставал изменяться и развиваться. Сейчас линейка «Добрый» насчитывает более 20 вкусов. В первой тройке соков яблочный, мультифруктовый и апельсиновый. Бренд-лидер в категории «Соки» в России. На него приходится 3/4 всего объема продаж. Завод в Щелкове – крупнейшее производство сока в Восточной Европе. На его территории расположен научно-исследовательский центр. Здесь, ориентируясь на запросы потребителей, разрабатывают все новые и новые вкусы соков, нектаров и морсов. А теперь еще и смузи – натуральное пюре для детского питания. Дегустации и эксперименты со вкусами – этим теперь займутся посетители инфоцентра. В его создание завод вложил 12,5 миллиона рублей. В нашей линейке, которую мы называем «Добрый уголки России», это тот продукт, который мы производим, получив вдохновение от различных мест произрастания, происхождения фруктов именно в нашей стране. Мы выпустили два новых продукта. Это овощной микс и продукт из различных ягод с медом и шалфеем. Всякий раз ты ломаешь голову, что ребенку дать с собой, чтобы это было удобно, эргономично, нетрудно перевозимо, не испортилось в пути, еще и вкусно. И вот, конечно, фруктовое пюре без сахара – это просто идеальное решение. Мултон – это еще и крупный в районе налогоплательщик. В день с его складов отгружает торговая сеть 100 грузовиков и 8 вагонов с соком. Объем производства с 2005 года, когда завод вошел в систему Coca-Cola в России, превысил 6,5 миллиарда рублей. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».